Добро пожаловать на канал Hardresit Info. Это устройство Huawei Watch Fit. И сейчас я покажу, как установить пин-код на это устройство. Выбираем пин-код в настройках, нажимаем «Установить пин-код» и придумываем какой-то пин-код. И нажимаем «Использовать», если этот пин-код простой, и все равно повторяем второй раз наш пин-код. Что ж, на этом все, пин-код был успешно установлен. Теперь, когда вы снимете часы с руки, он с помощью датчика приближения поймет, что часы не на руке, и заблокируется. Собственно, на этом все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до скорых встреч. До свидания!